Всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами Pitfall, The Lost Expedition. А смотри, дверь открыта, да, знаешь, где кнопка была, блядь? А кнопка была, блядь, ебать, вот в этом колодце, вот тут кнопка прям вот встаешь на нее, короче, она нажимается, и колодец, и тить твою мать. А как я тогда не заметил ее-то? Ладно, окей, тот торговец сверху можно было не прыгать, там просто кнопка была в колодце, ты представляешь? Ай, кошмар. Так, что-то я видел еще, знаете, какую фитчу? Это кто это? Чувак какой-то. Динамитом бросается. Опять бы сейчас. Так, вот эти вот крутящиеся ублюдки. Короче, против них как-то, знаете, не знаю, работает, не работает. Ну-ка. А как? А как, подожди. Как удар-то делать? Подожди, а как вертеться-то этими гребаными этими шурампурами? Ага, вот. Как? Нифига еще и клацать надо. Вот это жесть, конечно, здесь управление придумали, блядь. Ну я хоть кого-то ебану. Да блин, сука. Хорош, тихо. Блин, там мне кто-то перфоратором херачит на весь дом, блин. Как раз вовремя. А ну-ка, стой. О, хорош. Так, тихо, есть, отлично, завалил всех. Еще! Да давай, крутись, Питыч. Хоть одного давай ебанем. Да блин, давай, хорош, двоих. Так, тихо, а их-то два раза можно ударить, в принципе. Чувак, на меня... Видал, короче, это не ударил меня нихера. Стой, сука. Блин, как это сложно. Хорош. Все? Ага. Ты кто? Строитель какой-то. You just saved me from multiple stab wounds. I'm gonna give you something very precious. Dynamite. Да ладно. Blow something up. Think of me. Thanks. You're a member of Bittenbinder's group, right? Name's Mole, demolition expert. You need anything blown up? Come to me. Need anything blown up? Nope. Want to hear something strange? Try me. I've been digging around. I discovered that El Dorado was built on top of the ruins of another ancient city, but one which is just about identical to El Dorado itself. Nicole and Puska were fascinated. They were together? She's trying to free that poor native from under St. Clair's yoke. She's a real do-gooder, that girl. If you see her, tell her I say hi. TNT. Yes. TNT. Finally, I would be able to blow up all those walls I'd seen everywhere, starting with that first one I'd found near the crash site. I thought things were finally going my way. I couldn't have been more wrong. Так, хорошо. Динамит мы получили, да? Все проходы. Так, секундочку, это у меня немножко на заставке игровое тело. Раз. Окей. Зиганизацию сделали. Так, тут что можно сделать еще, кроме как... Все, да? То есть здесь больше ничего нет. То есть он мне динамит просто дал, и все, и до свидания. Ну окей, спасибо. Ладно, у меня есть динамит, куда мне теперь? Подожди. А, вот. Вместо вот этого... На. Так, бери, попробуем. Бросай. А как его кинуть-то? Вниз. Так это... А, вверх просто бросить. А вниз, короче, это прицел. Хорошо, к белой аллее. Попизди. Так, только надо не забыть сохраниться. А то что-то игрушка... А то что-то игрушка вылетает, короче, ну прям, ну не вовремя вылетает она. Так, это я ни хрена себе... Так, это я прилетел в начало, да? Давай я здесь вот сохранюсь.
А там я сохранялся, когда чуваков этих бил. Просто не хочу все заново проходить, это и так долго очень. Времени куча уходит на это. Ладно. Так, смотри, у нас есть динамит. Мы можем подорвать здесь вон ту штуку. Да. Куда это? Да быстрее, ну. Походу меня гейзером выкидывать хрен. В смысле? Тут я уже был, мне сюда не надо. Мне назад, типа, получается тогда, да? Там, ну, а мне туда не надо зачем? Там уже все, там уже край. Дальше там проходов же нет никаких. Надо, значит, назад получается тогда. А куда еще, подожди? Там, туда, зачем я себе так делал? Хер его знает, далее, щекает. А зачем, подожди, этот проход сюда... А-а-а, стопешка. Сейчас куда я попаду? Сейчас я попаду... Назад? То есть мне нужно еще раз назад вернуться? Блять, подожди, сейчас меня прям запутали конкретно. Так, я вот сюда вышел, да. Вышел я. Я сюда. Привет. Теперь мне нужно назад вернуться. Получается, сюда. Колея духов, да? Колея духов, смотри. Колея. Ага. Да-да-да, вот тут где-то, я помню, было это. Можно было динамитом взорвать. Так, спокойно. Пингвиняшки, ну меня тебя не... Воу! Ты так не делай. Где-то, я помню, было здесь... Вон! Ха-ха! Я же помню, что здесь был проход. Сука, только не упасть бы. Блять, да ты что, серьезно, что ли? Дурень. Да иди ты. Так, где я? А, это проход, хорошо. Отлично, здесь есть какой-то проход. Куда это проход? Ё-моё. Так. Ты чё? А, нужно держать. На. А как бросать-то? А он не бросает. А как бросить? Эй! Не понял. А как бросить динамит-то? Подожди. А вот, подожди, стоп, а как с прицела бросать? Ты дебил? Не та кнопка. Подожди, как с прицела бросить-то? Не понял, он не бросает. Он с прицела не бросает, прикинь. А в смысле, как? Нужно, как всегда, блять, клацать хуй знает чего. Вот это ты молодчик. Стоп. Стопешечка, блять. А, то есть надо держать вниз, а потом вверх резко. Что у нас здесь жужжит? Так, хорошо. Не сюда, да? Окей. Так, вот это сложно по этим платформам прыгать. А, вон, короче, смотри, этот идол. Тихо-тихо. А куда дальше? Ага. Да блин, Питыч, стой на месте. Блин, динамит полезная вещь. Как-то. Ой, блядь, не туда. Сука. Ладно, я думал, там проход, там не видно нихера. Стой. Так, тут что-то было. Тут у нас этот. Как его? Идол. Yeah. Конечно же, yeah. Ну, это так сложно. Так, туда-сюда. Куда? Тут пираньи замерзшие. Блин, куча всего. Куча проходов. Здесь неудобно этим динамитом управлять, если что. На. 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 Не попал, сука. На. Попал. А сюда тогда что? Ну, мне кажется, значит, тогда сюда надо идти. Первее, да?
Ладно, пойдем сюда. Тихо. На! Хорош, тут еще одни, нифига себе, сколько здесь идолов. Так они, в принципе, нахрен не нужны. Если честно. Ну, разве что жизни теперь уже копить. На жизни! Ой! Ножки промочил. Да, сука, ты почему ты так соскользнул и теперь не ухватился? Ну, что ты как... Блин, жизни не хватит у меня. У меня осталось 4. Да вот это, 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 да, 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 да. Во! Стоп, стоп, стоп. Ага, надо вон туда. Тихо, подожди, ны, камера. Вот ты красава! Платформер. Где я? Где? А где я? Не понял. Это глюк, что ли, был? Да... Питфолыч, ты ебанулся, что ли, блядь, на старость? Бать ты дебил, у меня осталось всего 2 хилки, а ты, короче, блядь, выябываешься, сука, придурок. Так, а там чего? Не вижу, блин, ни хрена. Или там... Подожди, а там я не попаду никак, да? Значит, мне туда не надо. А тут что? Там ничего. Бляха, как сложно-то, сука. У меня 2 жизни осталось. Прям мало. Выпрыгивай давай. Кто там орёт? Где я? Подожди, а там вон это... А, чувак, привет. Там он идол, и еще один идол. Ничего себе, сколько идолов. Здесь прям, короче, это, как его называют-то, уровень с идолами получается. Не вижу ничего. Тут можно назад вылезти, если что. Не говорите, что мне назад придется прыгать, я вас умоляю. Тут ничего нет. Мне бы хилку. Блять, еще эти ублюдки. Так, а давай, знаешь, что сделаю? А, вот это пока возьму и попью, потому что я не хочу сейчас переигрывать. Сейчас как раз не вовремя будет прям переигрывать. Так, дети там, упыри. Летают. Где второй? Блин, еще не только второй. И третий, блядь. Да, он свалил-то. Ёлки-палки, ты чё так рикошетишь? Ага, вдвоем получили сразу же. Пиздюлей, хорошо. Блин, походу придется назад будет прыгать, это жопа. Серьезно? Тут нету больше проходов. Еще один идол, ничего себе. Блядь. Да подожди, чувак. Еще идол! Где другой? Опа, шаман. Привет. Так, нужно идол забрать. А там я забрал идол или нет? Подожди. С той стороны. С той стороны, кажется, не забрал. Ага, да, точно. Ну так-то вроде все здесь. Шамана осталось разбудить. Так, 16, оно в 2 раза больше будет, да? Ну ладно, давай. Не, в принципе. Пускай будет больше жизни. Так, смотри, этот ушел. А это куда дырка? Ай, блин. Ну хорошо, хоть недалеко. Блять, стой. Да, аллея духов. Хорошо, мы тут все завершили. Отлично. Подожди, аллея духов, аллея духов, аллея духов, духов, духов. Вау. Это мне надо сейчас прийти назад.
Опять. Сейчас я думаю. Надо вспомнить, где еще были эти. Так, а, подожди, как мне там выбраться? Ага, вот сюда. Да иди ты, блядь, вот все, видишь, все, остались, блядь, ребенки без родителя и пиздец. А нефиг было на меня нападать. Да я тебе сейчас, блядь, сука, на нахер. Разобью тебе яйцо к ебеням, блядь. Вот все, будешь знать. Не будет больше придурков таких же. Потому что нехера. Я их не трогаю, а они меня трогают. Так, идем назад. Теперь нам надо опять, получается, прокатиться на батуте, чтобы вернуться назад туда, в ту территорию, где я бросал динамит второй раз. Получается так. По идее так. Там должно быть еще где-то динамит. Динамитная установка. Там туда. Там, возможно, сюда. Вот там, где проход был, что я внизу пробивал. Пробивал ногами. Там, где лед. Ну-ка, там, где лед. Сейчас везде, где лед, блин. Ну ладно, придется опять лететь эту херню. Сейчас. Пролетим. Да-да-да. Мне чтобы просто назад вернуться. Если я сейчас сюда не поеду, то я, не знаю, потрачу времени еще больше на то, чтобы вернуться назад. Хорош. Ну, блин, а здесь, кстати, я смотрел, спидран там смотрел. Так, почисто. Там что-то, не помню, за сколько. То ли за полтора часа проходят игру, то ли за два, что-то такое. А, у них музыка есть, а у меня музыки, сука, нет. Вот это вот, блин, прям плохо. Они тут катаются, короче, у них музыка есть. Ну, может быть, у меня версия еще такая, хрен не знает. И то она еле... Она и так хорошо, что вообще запустилась, в принципе, потому что она не инсталлировалась никак. То есть это уже инсталлированная, получается, какая-то рабочая версия. Я хер его знает. Да, нормально. Уи! Тут сейчас, короче, как-то надо срезать налево, чтобы я-то тут брал уже идол. Ты какой раз уже тут катался, я уже не помню, уже раз 500-й, наверное. Пикивай-ей! Хотя мне сюда не очень сильно-то и надо, мне вот вниз надо. И здесь мне нужно сейчас попасть в гейзер вот этот, который вернет меня назад, теперь мне в тот гейзер, который меня туда... Мне туда не надо. Мне надо теперь в другую сторону. О, пацаны тут выебаются. В принципе, здесь открыто, мне нету смысла их трогать. Я вот что думаю, сейчас надо прилететь вот тут и сохраниться, потому что я давно что-то уже не сохранялся. Вот зачем такая длинная вот эта вот заставка? Ну, прыгнул я в гейзер, ну, выкинул он меня, ну, нахера так долго все? О! Здорово. А тут шаман, прикинь. А я его как-то тут и не заметил тогда, когда первый раз падал. А я думаю, как к нему попасть? А вон как к нему попадают, видишь? Тут, то есть ты видишь на территории, вон там можно попасть. А ты не знаешь как, то есть ты смотришь, что вроде как-то можно, а как? И попадаешь спустя, блядь, пол игры. Капец. А что у меня там по очкам? 8. Горные записи, записи пещер. Ладно, давай записи пещер куплю. Оно, в принципе, не так уж и важно, ну да ладно. Так, мне надо, короче, вон туда. Где? Вот сюда, да? Или нет? Подожди, сейчас надо к озеру Грот, надо посмотреть. Надо, вообще по карте нужно смотреть, где нужен динамит, где не нужен динамит. А ну-ка, стопешечка, карту. Мне карту. Так нет, здесь динамит не нужен. Хотя вот переход. Белая аллея и потом в динамит. Мне нужно в белую аллею. А белая аллея это куда? Так, ну-ка отвали, жучара. Мне нужен плот. Все. Так, а как мне тут спрыгнуть-то? Так, чтобы не сдохнуть. Блять. Хотя вот... В смысле? Там же дорожка.
Там же дорожка, вон, ты чё, игра? Ты меня сейчас наебать решила, да? Клёво ты решила. Так, а как мне... Блин, надо как-то на камень, что ли, попасть. Окей. Как мне плот-то открыть? Ну, как мне плот-то открыть? Или надо пропрыгивать туда дальше? Я тут класс. Ну вот. Ага, вот, хорош. Поплыли, значит, тогда нам вот сюда. Получается. К каньону. Дрифт, 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 дрифт. Видал, как вошел в дрифт. Вообще, прям четко. Каньону, потом мне нужно дальше где-то пройти. И там будет взрыв динамита. Еще нужно назад возвращаться на самые первые территории и там динамит использовать. Капец. Просто жесть. Сейчас по всей карте нужно бегать опять. Те же самые места, где я был уже раз по 200, наверное. А может быть и побольше. Еще и назад в самые первые нужно возвращаться. Там же тоже динамит нужен был. Я помню, там, где прыгать по лианам, был динамит. И еще где-то был динамит. Ну, короче, надо смотреть просто по карте и все. Быстрее, сука, грузись. Битфолыч, быстрее, беги, быстрее, беги, чтобы полоска загрузки грузилась быстрее. Ты можешь быстрее бежать. У тебя же shift есть, на shift можно бежать. Нет. Не тупи. Блин, эта длинная загрузка меня иногда вымораживает просто, пиздец. Так, я прилетел, и что, где это я? Камера, ты будешь сегодня работать, нет? Привет. О, а я на начало прилетел. В смысле начало? Подожди. А как? Тогда. Я не туда пошел, что ли? О, а я туда пошел. Ага. Тут где-то есть, чтобы взорвать динамит. Так, там у нас ничего нет, там ничего. Так, а стоп, а где этот динамит нужно взорвать? А, скорее всего, на этом. Не знаю, конечно, скорее всего, не скорее. Опа! Привет. Блядь, мелкая, сука! Падла. Сейчас и будет бегать со мной, сука, весь уровень. А вот тут где-то динамит же был. Да, вот я и говорил за эти лианы. Че, не достанешь меня, что ли? Вот тут. Как этого скинуть, заразу? Может, подожди, может вот так? Не, нихера. Где-то вот тут динамит был, вот же. На. Есть! О! I'm going in that temple. No, I'll go in. Animal spirits, remember? You stay here. You know, I may not survive. The next time you see me, I might be a mangled corpse. And the one thing you'll think about, the one thing you'll regret, is that you didn't kiss me before I went in. So... In your dreams. А, блядь. Питфолыш, сука, от это тебя обломали. No spirit. Piece of cake. Thought you were gonna stay outside. I thought you might need my moral support. Well, we got lucky. No spirit to fight. But there's an artifact in here I need. We need... It's my dad. What happened to him? I don't know, Nikki.
Go back to camp. Would you do that for me? I'm going to find the artifact in here, and then I'll join you, okay? Okay. I'll see you soon. Where's the artifact? It should be here. Фух, не вылетела игра. That was when I started to get uneasy. Опять назад. No spirit fight, no artifact, and Nikki's father dead. I figured I'd head back to camp and see what Bittenbinder thought, and maybe try to comfort Nicole. Хорошо, нам надо назад, типа, да? Тут артефакт кто-то спиздил. Короче, давайте на этом закончим, вот прям здесь и сохранюсь, прям вот здесь. Ай, капец, меня игра бесит уже тем, что она вылетает, я постоянно перепрохожу одно и то же. Кошмар, 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 просто кошмар. Все, короче, ребятки, давайте, всем спасибо за просмотр, ссылка в описании под видео, комментируйте, всем до встречи в следующей серии. Pitfall, The Lost Expedition, опять пойдем к Bittenbinder'у что-то узнавать. Все, всем пока.